Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца города Москвы. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, производстве наркотиков, а также незаконном хранении наркотических средств. Следствием установлено, что обвиняемый закупал в интернете прекурсоры, лабораторное оборудование и материалы с целью кустарного изготовления наркотического средства «Мифедрон» в частном доме в одной из деревень Балаговского района. Изготовленный в лаборатории наркотик мужчина планировал распространять крупными партиями через тайники закладки на территории области и в соседних регионах. По данным следствия, злоумышленник изготовил не менее 760 граммов амфедрона. Злоумышленнику удалось привлечь к ответственности и пресечь дальнейшую преступную деятельность по незаконному обороту наркотиков на территории региона. Фигуранту предъявлено обвинение. Наказание предполагает лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему еще! Еще, еще центр! 21 августа на стадионе «Луч» прошел турнир по мини-футболу с участием команд силовых структур региона – МВД, ФСБ, Федеральной службы охраны, МЧС, судебных приставов. Организатором турнира выступило руководство управления ФСИН России по Тверской области. Прежде чем участвовать в этих соревнованиях, среди всех учреждений, а их у нас 18, были проведены турниры по зонам ответственности, скажем так, где выбирались лучшие, которые потом попали в сборную команду УФСИН. Такой турнир для Тверской области стал традиционным, и он напрямую связан с легендарной для нашей земли личностью Александром Михайловичем Савихиным, многие годы возглавлявшим региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Приворачиваем это к дню рождения Александра Михайловича Савихина, начальника УСИН, который 18 лет был начальником управления, очень любил этот вид спорта, и ежегодно, каждый год ни одного года мы не пропускаем, мы проводим этот турнир. В этом году турнир также переурочен к началу первой всероссийской акции ⁇ Свеча памяти ⁇ посвященной Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников УИС России. Акция пройдет во всех регионах страны с 22 августа по 22 сентября. Это мероприятие спортивное, приурочено еще к этой дате. Я думаю, что это будет ежегодно у нас проводиться. Мы себя таких обязанностей не снимаем, стараемся в обязательном порядке все это проводить. Что же до спортивных результатов турнира, то переходящий кубок за первое место в соревнованиях досталось команде управления Федеральной службы судебных приставов.